Мы все очень рады, да? О, аллилуйя! Какая! И мы рады даже очень. Просто даже очень рады. Окей. Эштия якара над нам несерпам шавра. Моя дорогая жена подхалим, да? Вот каждый раз это делает. Но Марти еще не уеду так. А Марти Эштия якара. Короче, моя дорогая жена в прошлый раз проповедовала. ואתם יודעים מה אני אהבתי באמת, אהבתי אפילו עד מאוד, כמו שאני אמרתי. И вы знаете, что я мне больше всего понравилось очень сильно? שבעצם שבפרק ג' של מעשה השליחים היא אמרה בהתחלה. Что в третьем, когда мы разбирали третью главу Деяний апостолов, я сказала. שהשליחים הלכו לבית המקדש. Что апостолы пошли в храм. באיזה שעה, מי זוכר? Кто помнит, когда? שלוש בצהריים. Три часа дня, но написано в девятом часу пополудни. בסדר, שלוש בצהריים, ואשתי אמרה. И я сказала. למרות שהם קיבלו את ישוע. Что несмотря на то, что они приняли Иисуса как своего Господа. למרות שהם קיבלו את רוח הקודש. Несмотря на то, что они были крещены Духом Святым. הם עדיין נשארו יהודים. Они до сих пор остались евреями. והם הלכו לבית המקדש. И они пошли в храм. ובאמת הכוח של בשורה. И действительно сила Евангелия. הוא נמצא בפסוקים האלו. Заключается в этих стихах. שקיפה. Что Петр. שהוא בעצם היה דייג מגליל. Который был, в общем-то, рыбаком из Галилейского моря. אחרי שהוא קיבל את ישוע ורוח הקודש. После того, как он принял Иисуса и Духа Святого. הוא הלך לבית המקדש להתפלל. Он пошел в храм молиться, как и было заведено у евреев. אני כל כך רוצה להעביר את המסר הזה ליהודים. Так хочу донести это послание до евреев. כי זה אחד אלו אחד מהדברים שבעצם מפריעים להם להגיע לישוע. Потому что это одна из вещей, которая мешает им принять Иисуса. הם עדיין חושבים שאם הם מאמינים בישוע, אז הם הופכים לנוצרים. Они до сих пор думают, что если они примут Иисуса, то они станут христианами. Номинальными. Номинальными. כמובן שהם יהפכו למאמינים בישוע. Понятно, что они станут верующим в Иисуса, но нет. Что я хули католи, может, но они не станут как бы номинальными верующими. Находим нишовим иудим. Они остаются евреями. Они, ледати, они хошев афилу. И я даже думаю. Что Петрус ло лах лебет амикдаш лифней, что его я сам даяк. Что Петр не пошел как бы в храм. Ло алах. Не ходил в храм, когда он был просто рыбак. А вот сейчас. כשישוע הפך אותו לכהן של ברית החדשה. Иисус, в общем-то, сделал его первосвященником нового, то есть священником нового завета. הוא ידע שהוא צריך להיות בבית המקדש. Он знал, что он должен быть в храме. אנחנו זוכרים שמלך דוד הוא בעצם אמר. Мы помним, что царь Давид сказал. הבקשה הכי גדולה אליך אלוהים. Что самая большая просьба к тебе, Господь. אני רוצה להישאר בחצרותיך. Я хочу находиться в твоих дворах. אני רוצה להישאר אפילו יום אחד בחצרות שלך. Я хочу хотя бы один день провести в твоих дворах. מלהיות עם אלף ימים עם רשעים. Чем тысячу лет с преступниками. אלף ימים. Тысячу дней с преступниками. רשעים זה אנשים רעים בעצם. Простым, плохими людьми. אוקיי. ובפרק ג' и в третьей главе אנחנו בעצם פוגשים שפעם ראשונה в общем-то сталкивается с тем, что первый раз шалиах, о дерех шалиах, Элохим осе нес. Что через апостола Бог делает чудо. Ишуа алах лешамаем. Итак, Иисус на небесах. Укварлоим талмидим. Он уже не с учениками. Руах акодеш ярдал талмидав. Дух Святой снизошел на его учеников. Шалош бацураем. Три часа дня. מתי ירדה רוח הקודש? באיזה שעה? Когда Дух Святой зашел? Во сколько? אוקיי, יש אופציה אחת.
Так, є одна. Теж побоки. Є ж от от от. Є ще один. Окей, помаємо теж. Так. Друга раза 9 утра. Матай Ярда Роха Кодиш. Когда вступился Дух Святой? А не уэвли шолотка. Мне нравится вас спрашивать, особенно вещи, которые вы не знаете. А хорошо, они на тати меса, а тем лозу хрима та ирда хуаха годыш. После того, как я вам проповедовал, конечно, Бабокер, он же сказал, что сейчас 9 утра, и мы не пьяны, они не могут быть пьяны. Тейша Бабокер. Правильно, 9 утра. אז אנחנו יכולים, אז אם רוח הקודש ירדה בתשע בבוקר, если дух святой спустился в 9 утра, אז האם אנחנו יכולים להתפלל בתשע בבוקר? Можем ли мы молиться в 9 утра? אם פטרוס הלך לבית המקדש בשלוש בצהריים, если Петр пошел в храм в 3 часа дня, האם אנחנו יכולים להתפלל בשלוש בצהריים? כן. Можно ли нам молиться в 3 часа дня? איך אתם יודעים את זה? אני אוהב לבלבל את המוח. השאלה, אילו מועדים ליהודים היו בבית המקדש לתפילה? פעם שעברה, ולנטין ולדימירוביץ', הוא בעצם, כשאשתי נתנה את המסר, הוא אמר שזה היה הזמן של תפילת מנחה. Отметил, что опа! Когда я как бы проповедовала, то Валентин Владимирович отметил, что это было время молитвы, которая называется Минха. Зман тфилат Минха. Что же такое время молитвы, которая называется Минха? Итак, было три раза в храме приносили жертвы, да, утром, в обед и вечером. Шахарит, Минха и Арвит. Йофи, кола кавод Давид. אז לפטרוס בעצם זה לא הייתה שאלה בכלל, הוא פשוט הלך לבית המקדש וזהו. Итак, для Павла, для Петра даже не стоял вопрос, идти ли в храм, он туда пошел. הנס הראשון קרה בדרך, נכון? Итак, первое чудо происходит по дороге в храм. אני לא מנסה לתת אותו מסר שאשתי נתנה. Я не пытаюсь сейчас говорить то же самое, что говорила я. אבל אם אתם זוכרים, אנחנו פעם דיברנו על מפתחות פטרוס. Но если вы помните, мы как-то говорили о ключах, которые Петр получил от Иисуса. А ты знаешь, что в... Шахахте это шем, ну, камон. В маком, где же Петр сгар. Квар Нахум. Квар Нахум. Так, вы помните, что в Квар Нахуме... Капернаум, да. בכפר נחום היום יש פסל של פטרוס עם מפתחות מברזל. там где сейчас такая статуя, где как бы статуя Петра с ключами из железа, да? Такими железными. אם אתם נוסעים לשם, אתם תראו פטרוס עם מפתחות. Если вы туда приедете, вы увидите железного Петра с ключами. אז מה זה אומר? Так что это говорит? למי שיש מפתח, так, у кого есть ключ, הוא פותח את הדלת. Он открывает дверь, да? Мы же фотеф это делает. А тот, кто открывает дверь, у них нас решен. Он доходит первым. Нахон? Не всегда, если джентльмен может уступить. Да, да, пропусти. Это мы им, а тем европеем. Ну, в этой культуре. Если там один джентльмен. Хевре. בזמן של ישוע ופטרוס, איתך, במימנה איסוסה היא פטרה? גבר הוא היה במעמד קצת יותר אחר מהיום. מושינה זימה ממנוגה דרוגוי, פזיציות של סיבוניה. אם אתם מסכימים, אני לא יודע. סגלסנו לבי אלי נט. ישוע בחר 12 תלמידים. איתך, איסוס הסברה 12 צ'צ'ניקוב. אני לא יודע, כאילו, לא יודע, אני יודע בגדול למה האם היו גברים. Я знаю, почему они были мужчины. И אתם רוצים את זה או לא, אבל גבר הוא היה נברא ראשון. Хотим, ну, согласны мы с этим или нет, но мужчину Бог сотворил первым. ואנחנו מדברים על זה שלגבר ניתן אחריות. И мы говорим о том, что мужчине была дана ответственность.
אנחנו אומרים שגם איפה שיש אחריות, יש סמכות. אם мы говорим о том, что там, где есть ответственность, есть и власть. אני לא אומר שאלוהים נתן סמכות ואחריות. Я не говорю, что Бог дал власть и ответственность. Он нתן אחריות, ועם אחריות он нתן סמכות. Он дал ответственность, а с ответственностью пришла и власть. לפטרוס ישוע אמר. Петру Иисус сказал. אני נותן לך מפתחות מלכות השמיים. Я тебе даю ключи от Царства Божьего. ואתה תשתמש בהם. И ты их используешь. לא מבינים, נכון? Не понимаете, да? Не понимаем? Не понимаем по-русски? Петрус היה השליח הראשון. Итак, Петр был первый апостол. אחרי שישוע עלה לשמיים. После того, как Иисус вознесся на небеса. שישוע דרכו עשה נס. Через которого Иисус сделал чудо. וריפאת בן אדם. И исцелил человека. כתוב שם בפרק ג' И написано в третьей главе, שכל האנשים התחילו לרוץ אליו. Что все люди начали бежать к нему. Петру. כן, לפטרוס ולבן אדם שהתחיל לקפוץ ולהלל את אלוהים. И к этому человеку, у которого получилось исцеление, и начал скакать и славить Господа. ובפסוק 12. И в 12 стихе 3 главы. מה כתוב? Что там написано? מילים הראשונים. הראשונות, סליחה. Мужи израильские, что дивитесь всему, увидев это, Петр сказал, увидев это. Написано, изумлялись? Нет, написано 12, увидев это. Бенадам кибел это рипуй. Итак, человек получает исцеление. Уитхили кфоц. И прыгает от счастья. Легалел это логим. Славит Господа. А нашим итхилу ларуц клопей Петру с вабенадамазе. Люди бегут к Петру и к этому человеку. И готов, что бенадамазе ая бен арбаим шана. Потому что написано, что ему уже 40 лет было. Вама готов бабасук шнемесра. И что написано в 12 стихе? Мелима решено, чтей мелима решено. Увидев это. Если я правильно вижу, то там написано «увидев это». Опа. «Увидев это». Два слова. Мара Петрус. Так что же Петр увидел? Это. Мара Петрус, скажи. Итак, что увидел Петр? Радость человека, который живел. Людей. Бавакаша. Бавакаша. Что стали прославлять Господа. Его начнут прославлять. Нет. Бавакаша, Давиду Ахарай. Итак, скажите, повторите за мной. Петрус. Петрус. Ра. Ра. Издамнут. Издамнут. Петрус. Петрус. Ра. Ра. Издамнут. Возможность. Эйзек. Какую разумение? Йофи, лад. Куда кого? Ашава нахну миторилим. Йофи. Наконец-то вы проснулись. Итак, Петр увидел возможность проповедовать. Афилу. Ой, ладно, я очень дорогая. Полисман мистекел, вы сухер это то вьет шили. Да, ладно, спит, он начинает Макс ошибки на иврите. Аз Маша хочу, лавин. Итак, что важно понять? כשאתם תשרתו לאנשים. Когда вы служите людям. ואלוהים יעשה איזשהו נס. И вдруг Бог сотворит какое-то чудо. הוא יעשה משהו שבאמת ישבור את הכללים של טבע. Или что-то совершил, что разрушит всеобщее понимание о природе, там, или о природе вещей. מה תתחילו להגיד? Что вы начнете говорить? איך תתחילו להגיב? Как вы начнете реагировать? אנשים ירוצו כלפיכם. Люди побегут к вам. אנשים ירוצו כלפי מה שאלוהים עשה. И они будут как бы бежать к тому, что Бог делает. В матем тагиду. И что вы скажете? Вуаля. Ну как я? Язык же. Наполеон. Ова. Итак. Три уголка. Ну, они мюхан, бэльцы. Я, в общем-то, особенный. Элогим ахшав аса дарки нес. Сейчас, через меня, Бог сделал чудо. מה אומר פטרוס? А что же говорит Петр? А
אתם יודעים שאני קראתי את המילים שהוא אמר, אני באמת חשבתי על רועה וצאן. Вы знаете, когда я прочел слова, которые сказал Петр, я действительно подумал о пастухе и о стаде. Петр сказал, Амар. Петр стоял вот так. Матем и стеклим алей. И сказал, что вы на меня смотрите? Кило ацедек шели. Как будто бы моя праведность. По акоа шели асайдзе. Или моя сила сделали это. Кило анахну асину эдзе. Можно подумать, мы это сделали. Господь. השם של ישוע. Имя Иисуса. והאמונה. И вера. שאלוהים נתן לו. Которую Бог дал ему. עשו את הנס. Амен. Сотворили это чудо. זה לא אנחנו. Это не мы. זה הוא. Это он. Аллилуйя. ומה אחרי זה פטרוס אומר? И что после этого Петр говорит? אני אומר את זה במילים שלי. Я скажу это своими словами. אבל תקראו. Но прочтите. הוא אומר. Он говорит. Элохим ихлит, что Бог решил лифаэр эт бно, прославить сына своего, лифаэр эт шмо, и прославить имя его. Веу ихлит, и он решил ларот лану, показать нам, שישוע קם מהמתים, что Иисус воскрес из мертвых. מה המרכז של אמונה שלנו? Какой центр нашей веры? Чем является? ובבקשה תשימו לב, אני לא אמרתי מי. Я не говорю кто, я говорю, что является центром нашей веры. מה המרכז של אמונה שלנו? Что является центром нашей веры? ישוע. ישוע. Иисус, ну да. אני עוד פעם אומר, לא מי המרכז. Я не говорю кто, я говорю что. מה המרכז של אמונה? Что является центром нашей веры? Есть проблемы с этим, да? Ба Элохим. А-а-а. Сказали угрюмые сибирские языки. Освящение. Окей. Это не любим это пиха, однако. Вы знаете этот анекдот, да? Потом расскажем. Аляншей Сибири. О, угрюмых сибирских мужиках. המרכז של אמונה שלנו, חבר'ה. Итак, центр нашей веры. זה הקמת ישוע מהמתים. Это воскресение Иисуса. Я и сказал. רגע. אף אחד לא אמר הקמת. אמרת? כל הכבוד. 100 שקל, תנו לו. רביק. מקוס הדבר שלנו. או, רביק מולדים. כל הכבוד, אז אני לא שמעתי. Извини, не слышал. Зря учил. Барик, ты сейчас должен встать и сказать, не моей силой, точно. Окей. А с мерказаем у нашего Анухевра. Итак, центром нашей веры. Ватавину от Инафона вша. И поймите меня сейчас правильно. אפילו אם מישהו לקח אתכם לבית כלא. Даже если кто-то взял вас в тюрьму. ואין לכם תנך. И у вас нет Евангелия, нету Слова Божьего. Кому она телефон боялась? И нету телефона с аппликациями. На кулах им макот, мы же цари, такой беседа. Все как надо. Да, прекрати развлекать ребенка. אז מה תגידו לחבר'ה שיושבים איתכם? Итак, что вы скажете человек, людям, которые сидят с вами в одной камере? Йоханан Гимель 16. Иоанна 3 глава 16 стих. О, Ишаяу 53. Исаия 53. 12. О, Иеремияу. Ой, Иеремияу. Иеремия. מה תגידו לחבר'ה שיושבים איתכם? Людям, которые будут сидеть с вами. А ты мне один бабай тело, еще раз еще козе, может у меня был русский пахан козе, кем? Знаете, там в тюрьме есть как бы пахан, да? Каха, ну, мотек, лама, это, эх, них настали по, мага. И он спрашивает, и как ты тут оказался, в чем проблема? Это хок, шабар, такилу, лама, это еще. Что ты нарушил, какой закон физики? חוק של המשיכה, כן? משיכה של אדמה. Да, нарушил закон притяжения. תמיד שואלים בבית כלא, למה אתה נכנסת לפה? Итак, всегда, когда люди приходят в тюрьму, их спрашивают, по какой статье? מה אתה תגיד? И что ты скажешь? Политически. אוקיי. לא, באמת, מה תגיד?
Серьезно, что вы скажете? Да, правильно. Я тоже не пойму, что ты. Я надеюсь, что мы не сядем. Вот что. Меня как-то пугает, дорогой, что ты нас готовишь, да? Итак, мы говорим о третьей главе. Деяния апостолов. И мы перейдем сейчас в четвертую главу, где они получили такие побои. אז ישבתם כמובן על אמונה, אז מה תגידו לחבר'ה? Итак, вы сели в тюрьму за вашу веру. Что вы там скажете? Сели за веру. А, יופי. Okay. על איזה אמונה? За какую веру вы сели? За... Закрутили. מה הדבר הראשון שאתם תגידו לחבר'ה בבית כלא? Что вы скажете людям в тюрьме? Первое, что вы скажете? Калу, ло, калу, там. Ларика будет угрожать, скажите, меня есть пахан круче. Валик скажет. Что бы Павел сказал? Воскресение из мертвых. Йоф, ты сказал? Да. אמרת? Павел сказал, что... А, יופי. פולוס בטח אמר, אבל אני שואל אתכם, מה אתם תגידו בבית? Подожди, что сказал? Я не услышал. על הקמת עמיתים שופטים... Шофтим оти? Шофтим оти. Оти. Итак, по-русски вы переведите мне? Окей. Ты торгни мила-мила. Да. Аль-Хатиква. За надежду. Шел Акамат Хамети. Воскресение из мертвых. Шофтим оти. Засудили меня. Йофора Кавожи. Амен. למה? כי אני מאמין שישוע קם מהמתים. זהו, לא צריך להגיד כלום. כי אתם יודעים, בבית כלא שואלים איזה חוק שברת? אתה לא מספר את כל הספר שלם, כאילו, 130 עמודים. בגלל שאני בלילה אחד, השחור אחד, הלכתי וזה, לא אומרים ככה. ты не начинаешь рассказывать все 130 страниц писания. Ты не начинаешь рассказывать все там сколько-то там страниц твоего дела. Ты говоришь вот это, что за веру. Ты гнева. Так, если у тебя как бы криминальное преступление и тебе открыли гнева. Открыли дело за воровство. Ты говоришь воровство. Онес. Изнасилование. Зачем так это? А вот ты сидишь, если в тюрьме, ты говоришь, я тут сижу за то, что верю в то, что Иисус воскрес из мертвых. Уа? Уа? Кто-то уже хочет встать и уйти? Да, Валюка. Ваня страшно. Окей, а с Петрус Раис Гамнут. Итак, Петр видел возможность. Эзе килиму иштамеш латет месер ле Исраэлим. Что он использовал для того, чтобы проповедовать израильтянам? Эзе килим, а эзе псуким иштамеш? Какие стихи? Левим. Йофу. Пророком, да. עוד פעם אנחנו חוזרים, פטרוס משתמש בנביאים. Итак, мы возвращаемся к тому, что Петр обращается к пророкам. И он говорит, посук 22. 22 стихе. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, чтобы он, что он не будет говорить вам. Он сказал, сейчас у меня тут есть. У меня тут есть копия Нового Завета, я хочу тебе ее дать. Он говорил из пророков. Закен хашу. И это важно. Шатем тиду. Чтобы вы знали. Шепетрус иштамеш беневим бешвил леухиях аль Иешуа. Что Петр в сущности использовал Танах для того, чтобы доказать, что Иисус
Посуд 23. Итак, 23 стих. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Коль нефеш. Итак, каждая душа. Коль нефеш. Всякая душа. Шело макшив ле неви газе. Которая не послушает этого пророка. Ма элохим ясе ла. Что Бог сделает с этой душой? О, זה לא נכון. אוי, זה לא כזה חמוד. Я сказал, такой приятный. גם אלוהים הוא חמוד. И Бог такой приятный. יש לו הרבה סבבה בשמיים. И у него там классно на небесах. ואוהב אותנו. И он так нас любит. לא יעשה כלום בעצם. Но он ничего не сделает нам. Он רק מפחידים אותנו. Нас просто пугает. אל תלך לקהילה כזה. И не ходи в такую церковь, где тебя пугают. Тилех лекила, это же собака. Иди туда, где классно. Лама ля вхида на шерли? Полно. Вот это я спеслила, давай. А так мы торгим, это тоже там это место? Да. А не, я не могу. А с боецем Неви умер. Итак, пророк говорит. Мишело макшивле навиазе. Тот, кто не слушает пророка этого, все. И махает мне ура. А ему лоцени? Он серьезно это говорит? Итак, два человека из нашей церкви верят то, что он говорит это всерьез. Шальди шалама, кен, кен. Окей, писали. Ну хорошо, хотя бы два человека в этом верят. Окей. Аллилуйя. Аллилуйя. Бепасук 24, он говорит, что коли невим Мишмуэл, вахарав, кулам тибру аль Иешуа. Итак, в следующем стихе, в 24-м, он говорит, что все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили сии дни. О, Боже мой. Итак, что же происходит после этого? Бейт а-Микдаш. Итак, храм. Улам Шломо. Это зал Соломона. Улам Шломо, бейтсам, ая улам а-Ришон, эфуше, им атем... Притвор Соломона, да. Им айом мистаклим ал Иерушал... кило ал бейт... ал Арабайт, анахну руим адайн еш арбе мадригот ми даром. Итак, это было как бы первое помещение, и до сих пор, если мы смотрим с Масленичной горы, да? Ми даром. Ле Арабайт. Когда мы смотрим на... Как ее перевести по-русски? Арабайт. С юга на Арабайт. На гору Мурия. Арабайт, эфуша я бейт а-Микдаш. Окей, это вот на ту гору, где находится храм, на храмовый город, да. Мидаром. С юга. Еще дай на рбэм до сих пор есть ступеньки. Да, храм, я улам шель Шломо. И после этих ступенек был как бы сразу притвор Соломона, то есть комната Соломона. Аз улам Шломо. Итак, комната Соломона. ואנחנו קוראים בהתחלה פרק דלת. И мы читаем в начале четвертой главы. כמה אנשים אמינו באדון, באדון? Сколько там людей уверовало в Господа Иисуса? Опа! 2000, 3000. יותר, פחות. לא, אני עכשיו מדבר על פרק דלת. Я сейчас говорю о четвертой главе, а еще не читали ее. Бседер, они пошут минасей такие ваши. Я пытаюсь, да. Я пытаюсь понять, что знает моя община. Перек далит. Итак, четвертая глава. Кама анашим и гию ле адон. Сколько людей покаялось и пришло к Господу Иисусу? Около 5000. Йофи, кола кавод Михаил. Молодец, Миша. יש לך טלפון הכי מהיר בקהילה, אני רואה. זה סאמו בסטר טלפון ראשי. 5,000 איש. דקאי תשיש לידי. באים לאמונה. פרישליק ו... לפני זה כמה הגיעו לאמונה? עבדו את זה...
3000. 3000. Да. А 3 плюс 5 сколько? 8 тысяч. Мы говорим, что это 8. Уверен, что это 8 тысяч. Замечательно. Варик сказал, что это не включая женщин и детей. То есть это 8 тысяч мужчин. Окей, не написано в этот раз, что только мужчин. Итак, но на горе Мория, где построен храм, пришло к вере 5000 человек. И опять все выглядит очень замечательно и мило. Итак, 5000 человек приходят к вере. Что может быть лучше, чем это? 10 000, сказал Леора. Правильно. Итак, вдруг услышим голоса. Ну, лавор! Дайте пройти. Ну, лавор! Дайте пройти. Анду бецар! Сторонку, сторонку. Опа. Опа. Коаним. Священники. Стуким. Садукеи. ואנשי שמירה שיש בבית המקדש. И охранники, которые есть в храме. Анду бецар, анду бецар! Так, сторонку, сторонку. Мы меламед по аль Иешуа. Кто тут учит об Иисусе? Петрус. И Петр такой. Йоханан. И я. Вабахур шекафац, кафац, бахаргаха. Окей. И этот человек, который стрелил, он прыгал, 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 а потом так... באיזה סמכות ובאיזה שם אתם מלמדים? מי נתן לכם סמכות את זה? Итак, кто дал вам это право проповедовать об Иисусе? מה הייתם עונים? И что бы вы сказали? אלוהים. ישוע. אלוהי ישראל. פשע בעצם, למה אתה בשקט? תגיד ישוע, פעם זה נכון. פשע, ты что молчишь? Ты всегда же говоришь правильный ответ. Иисус. Они вот таким за Иешуа. Я проверяю. Иисус ли там написано? Леана Кота Махарейса. Итак, куда их взяли после этого? Санхедрин. Их взяли в Синедрин. Санхедрин. Кола дворим мянинин бэцем карубе Санхедрин. Самые интересные события произошли в Синедрионе. Ми натан лахем самхут. Кто дал вам эту власть? Ми атем бихлял. Кто вы вообще? Лама атем меламдим алав. Почему вы учите о нем? Ма айтем оним. И что бы вы ответили? Маше раину. То, что мы видели. Маше нагу это ядаем шлану. То, к чему прикасались наши руки. Маше нахну шаману. То, что мы слышали. אנחנו מלמדים мы учим על הקמת ישוע מהמתים. Мы учим о воскресении Иисуса из мертвых. אנחנו מלמדים על זה שעם ישראל צריך ישוע. Мы учим о том, что израильский народ нуждается в спасении. אנחנו מלמדים על זה שאתם דחיתם. Мы учим о том, что вы отвергли שר השלום. Этого князя мира. Нет, не князя мира. Да, да. Царя праведности. Царя праведности. Царя хаим, слыха. Князя жизни. Царя жизни. Атем бахатем эт роцеах. Вы выбрали убийцу. Ватем дахитем эт царя хаим. И вы отвергли князя жизни. Авал ани йодэ ше паальтем бебли да. Но я знаю, что вы как бы действовали без знания. הכהנים שלכם והעם שלכם פעלתם בלי דעת. И ваши священники и весь народ вы действовали по неведению, написано так. תחזרו בתשובה. покайтесь. אני תמיד כשהפכתי למאמין. Я когда покаялся и стал верующим. תמיד שאלתי את עצמי ואת אלוהים. Я всегда спрашивал себя и Бога. על מה אני צריך לספר לאנשים? О чем я должен рассказывать людям? על מה אני צריך לבשר? О чем я должен проповедовать? כמובן על ישוע. Ну понятно об Иисусе. כמובן על כתובים. Ну понятно описание. אבל אם יש לי
רק 3 דקות. Но если у меня всего лишь 3 минуты. О, и мне же рак 5 דקות. Или 5 минут. Мани цех лагид. Что я должен сказать? Кацар ва бриньян. Как бы коротко и по существу. Мама шмау шел эмуна шели. В чём заключается смысл моей веры? Ма хамилка шел эмуна шели. В чём заключается центр моей веры? Акамат Иешуа миамитим. Воскресение Иисуса из мёртвых. אנחנו עוד נקרא את זה, אבל בפרק ד' בסוף. Мы еще это прочтем в следующий раз, אבל, но в четвертой главе в конце. אחרי שפטרוס ויוחנן השתחררו מסנהדרין. Когда Петр и Иоанн были отпущены из Синедриона. והם באו למאמינים וסיפרו את כל הסיפור. И они пришли к верующим и рассказали весь рассказ. הם התחילו להתפלל. Они начали молиться. וכתוב שאלוהים, שהם התמלאו ברוח הקודש, עוד פעם. И написано, что они опять были исполнены Духа Святого. וכתוב שהשליחים, и написано, что апостолы, בישרו בכוח ענק. И написано, что апостолы проповедовали в огромной силе. על הקמת ישועה מהמתים. О воскресении Иисуса из мертвых. אם יש לך 5 דקות, если у тебя есть 5 минут, תספר בן אדם, אופנים שלך, על ישוע, שהוא גם מאמין. Если у тебя есть 5 минут, расскажи человеку или противнику, который стоит напротив тебя, о воскресении Иисуса. הם שואלים, מה זה כל הנושאיות הזה שאתם עושים את זה, כאילו? מה כל התמונות וכל זה שאתם משתחווים? אני спрашиваю, что это за глупости, которыми вы занимаетесь, всякие там картинки, прославления? הרבה פעמים סיפרתי, תקשיב, תשמע, אחי. Много раз я начинал, послушай, брат. זה לא מה שאתה חושב. Это не то, что ты думаешь. אנחנו לא משתחווים לתמונות. Мы же не поклоняемся никаким картинам. מי אתם משיחים? Кто вы, мессианские евреи? Ну, אנחנו לא בדיוק בית כנסת. Мы не совсем как бы синагога. А вы, אנחנו חוגגים את החגים של ישראל. Мы естественно празднуем израильские праздники. אנחנו לא כל כך שונים ממכם. И не совсем как бы и отличаемся. רגע, אבל מה המשמעות של אמונה שלכם? В чем заключается смысл вашей веры? שמע. Слушай. קיצור, אנחנו כאילו, כשאנחנו חוגגים את הפסח, когда мы, короче, празднуем Песах. וכשאנחנו חוגגים את היום כיפור. И когда мы празднуем, ну, не, когда мы спастимся в Йом Кипур. А זה בעצם משמעות של אמונה שלך? Так это типа смысл вашей веры? Ну, אני רוצה שאת תתרגמי בעצמך. זה המשמעות של אמונה שלכם? Это смысл вашей веры? שאתם חוגגים פסח? Что вы празднуете Песах? שאתם חוגגים יום כיפור? Что вы празднуете как бы Йом Кипур? תשמע, כן, תשמע, יש עוד דברים שאנחנו בעצם... נכון, да, но есть еще вещи, которые как бы... בקיצור, חבר'ה. Итак, кратко, господа. המשמעות של אמונה שלנו. Смысл нашей веры. אנחנו מאמינים שישוע קם מהמתים. Мы верим в то, что Иисус воскрес из мертвых. הוא הפך לכהן הגדול. Он стал первосвященником нашей веры. והוא עומד בשמיים. И он находится на небесах. מפגיע בשבילנו. И он ходатайствует о нас. Поканал там об этом. И он искупил нас своей кровью. Аминь. Аминь. Все. Все. Им есть лиха 10 дакот. Если у тебя есть 10 минут. А за та умер. Тогда ты говоришь. Бенусав лезе. В дополнение к этому. А нахну хугагим Песах. Мы празднуем Песах. А нахну хугагим от Йом Кипур. И вот и мы упастимся в Йом Кипур. Им есть лиха 15 дакот. А если у тебя 15 минут. А та умер. А та зухерет Муше. Ты тогда говоришь, ты помнишь Моисея? Что он шафах от дам шел се ал платот шел бадим шел евудим. Ты помнишь Моисея, который помазывал косяки дверей еврейских домов и всех тех, кто уверовал, что можно так делать? Зе бецем эцил эт ам Исраэль. И это то, что спасло еврейский дам шел се. Именно кровь этого ягненка. А за нахну кен маминим ши Иешуа у игашмут шел Се шел Песах. Поэтому мы да верим, что Иисус, он вообще-то является этим ягненком нашего Песаха, нашего спасения. И мне же хай срин такой. А если у тебя есть 20 минут, а то умер, а тогда уже их нет. Авраам я цами ура каздин. Ты говоришь, Авраам вышел из ура халдейского. А то юде эх бецем мейфо ба ам Исраэль. Ты знаешь, откуда вообще появился израильский народ?
אם יש לך חצי שעה, полчаса, 35 דקות, 35 минут. הבנתם, נכון? אמן. Вы поняли, это почему-то телефон. Мы выделили. Окей. היום אנחנו נעשה את הסעודת האדום. Сегодня мы будем принимать причастие. ואני רוצה להגיד לכם. Я хочу сказать вам. Сעודת האדום. Что причастие? Кен там. Не важно. Сעודת האדום. Что причастие? זה גם מרכז של אמונה שלנו. Это тоже центр нашей веры. ואם יש לך חמש דקות. Если у тебя есть 5 минут. ברכבת שאתה נוסע לחיפה. 5 минут. В поезде, когда ты едешь в Пайфу. Обычно они могут послушать тебя 5 минут, да. А за таумер. Тогда ты говоришь. Что Иешуа хагаг ло Пасха. Ты тогда объясняешь, Иисус, он праздновал не Пасху. Зе ло ая арухат эрев ахарон. Это не было последняя вечеря. Ужин, вечеря по-русски. Картина. Зе ло айта... ארוחה האחרונה של ישוע עם תלמידים. Это не было посвящено последней вечере Иисуса с его учениками. Да. יש אנשים שאומרים שזה היה כאילו ערב אחרון וארוחת ערב אחרון, אוקיי? Да. Это не было последним ужином. Нет, в этот день последний. Да, но это не было последним ужином. Аבל זה היה פסח האחרון. Это был Песах. זה היה ערב פסח. Это был Песах. Это был вечер Песаха. Эрев Песах. Вечер Песах. ואנחנו דיברנו על זה. И мы говорили об этом. זה לא שתם שתלמידים טוב, יאללה, בוא נלך לשווארמה, נשב ביחד, ואני אספר לכם שבעצם אני הולך למות, אוקיי? Это не то, что он сказал. Так, пойдем на шварму, и сейчас я вам расскажу во время того, как мы будем поедать шварму, что я собираюсь умереть. Это шварма кевис, так он кизер. Да, и будем мы кушать обязательно и шварму, баранину. Это был последний вечер. Это был Песах. И это было осуществление пророчества о Песахе. Когда Иисус он стал ягненком Божьим, агнцем Божьим, который пролил свою кровь. ואדם שלו היום. И его кровь сегодня. И достам аль длатот шелану бабатим. Не просто находится на косяках дверей нашего дома. Валь забаецем ба длатот шел левовот шелану. Его кровь, она, в общем-то, омывает косяки дверей нашего сердца. Адам беецем. Его кровь. И озерет лану. Помогает нам. Льет меуганим. Быть защищенным. Муганим. Защищенными. מכל ההשפעות של העולם הזה. את בלייני גבירה. כמובן, אם אתה מסתכל על דברים לא טובים במחשב. понятно, если ты смотришь какие-то очень нехорошие вещи в компьютере. דברים ממש לא טובים. совсем нехорошие. אז כמובן, אם אתה תשב ותחי... או, יש לי דם את ישוע. если ты будешь сидеть и думать, что, ну, меня покрывает кровь Иисуса, поэтому ничего страшного. אני בבית, כן, אני מוכן. я ж типа дома и защищен. זה לא יעזור. это не поможет. אבל שאתה צריך לדעת שדם של ישוע. но ты должен знать, что кровь Иисуса. היא בעצם עוזרת לך להיות מוגן. она помогает тебе быть защищенным. מהשפעות של העולם הזה. от влияния этого мира. הדם הזה עוזר לך להיות נקי מחטא. этот кровь помогает тебе быть чистым от греха. וגם כתוב שהדם הוא מנקי אותנו ממעשי מוות. И написано также, что кровь, она омывает нас от дел смерти. מהמסורות מתים, כמו שכתוב ביוונית גם. традиции мертвых, как написано в греческом. כשישוע נקרא אותנו עם דמו, когда Иисус омыл нас своей кровью, זה נותן לנו לידה חדשה. это дает нам новое рождение. ואנחנו יכולים להכיר את אלוהים, и мы можем познать Бога, ואנחנו יכולים לדבר איתו. мы можем разговаривать с ним. והחטא לא עומד בינינו, בין אלוהים ואותנו. грех больше не разделяет нас с Богом. אמן? אמן. אם
מי מוכן לקבל מכות מכהנים ולוויים? Кто готов получить побои от первосвященников, от священников и левитов? Хорошо, что никто не поднимает руку. Я не бацмину даем они мухан. Потому что я сам не знаю, готов ли я, чтобы меня избить за это. Авал, анахну немцаим ба медина. Но мы находимся в стране. Эфо шо закенкала. Где это действительно произошло. Зе ло кара рак ле Иешуа. И это произошло не только с Иисусом. Зе кара ле Петрус. Это произошло с Петром. Зе кара ле Полус. С Павлом. Йоханан. С Иоанном. Томас. С Фомой. Бар Таламей. С Варфоломеем. Есть много аншим, что кибли макот по вене. Есть много других апостолов, которые получили побои за свою веру. О, Ройкила, та йом драмати. О, Павел, что-то ты сегодня драматично очень. А вали нахну овым перек-перек. Но мы идем глава за главой. А нахну овым, ма киблю это шлефим. И мы видим, какова была жизнь апостолов. ואנחנו יודעים גם סיפורים מהיסטוריה המודרנית. אם אתה יודע, также рассказы из современной истории. איך מיסיונרים מקבלים מכות או אפילו נהרגים במקומות רבים בעולם? Как миссионеры избиваемы или даже убиваемы во многих местах сегодняшнего мира? אנחנו יודעים על ISIS. Мы знаем об этой организации ISIS или как она по-русски? Даш. Даш, кен. Кама маминим беишуа нергу. Мы знаем, сколько убили они уже верующих. Камуван хас вахалила, шелу имя Ягену там. Конечно, что, как мы молимся о том, чтобы Господь защищал нас. Авал анахну ло яхулим лахтох праким митанах, о мидуим хадуша. Но мы не можем как бы вырвать из Писания главы, да? Зе пашут маше кара. Это то, что случилось. אבל אנחנו נראה גם בפרק דלת. Но в четвертой главе мы увидим. שהשלחים הלכו בשמחה. Что апостолы после того, как их избили, пошли в радость. נכון, זה מעניין. Это очень интересно. אוקיי, אני מבקש שיביאו את ה... Костя, ты можешь? פרי הגפן והלחם. Пожалуйста, помогите там принести все необходимые вещи для причастия. לא, זה לא נכון. יש לי זמן, עד 8:30. אני רואה כתובה פה. את מתרגמת, אוקיי? אוקיי, אני Итак, пожалуйста, готов плод виноградной лозы, возьмите его, пожалуйста. Yeah.
זה הסמל של אהבה. Кровь, которая пролилась за нас, это символ любви. Иешуа натан עבורנו את הכי יקר שהיה לו. Иисус пролил за нас самое драгоценное, что у него есть. И כתוב שחיים הם בדם. Потому что написано, что жизнь в крови. Иешуа натан את דמו ונתן את חייו. Иисус отдал свою кровь, свою кровь и отдал свою жизнь. Он отдал басаром. Он отдал свою кожу. Он отдал кев. Он прошел через кровь. Север, как у вас. Через страдания. Но он отдал это, чтобы лишбор это кладот, что мы кибальну, беглял шахатану. Он отдал это для того, чтобы разрушить силу проклятий, которую мы получили из-за грехопадения. Это что я творим? Вещи. Шехотмим это брит, что нахну кибальну в Иешуа. Они как бы являются той самой печатью, которая подписывает завет, который мы получили от Иисуса. А им это не мца в брит и мелоги мою. Ты находишься в завете с Иисусом сегодня. Аль нашел, что это кибальта в Иешуа, раки кикадур негет киевеош. Не думай, пожалуйста, что ты получил Иисуса как таблетку от головной боли. Есть много людей, которые говорят, я принял Иисуса, все хорошо. А им кибальт ото ки акамон? Ты принял его как акамон? Ота кибальт ото ки семен шел брита хадаша, что есть лиха им Элогим. Или ты принял его как знак завета, нового завета Господа. А им это олег бекоа шел брита хадаша? Ходишь ли ты в силе нового завета? А им это олег бекоа шел брита хадаша? Ходишь ли ты в силе нового завета? Маза коа хазе? И что это за сила нового завета? Они одежа Элохим. Я знаю, что Бог на данный коа дал мне силу. Лола кто? Не грешил. Он на данный коа им хатати. Он дал мне силу, если я грешил. נתן לי כוח לקבל את הסליחה ממנו. פרוצ'ית פרשיני כוח ממנו. האם אתה נותן, הולך בכוח חודש לתסילת בשביל לספר עליו? זה אתה רואה שאתה רסקזור את זה. האם אתה מבשר עליו? אתה רסקזור את שבסוסת. האם אתה הולך בתפילה? אתה מולש זה. האם אתה קורא את הדבר? читаешь ли ты слово? А им это мы видим, маза брита хадаша. Понимаешь ли ты, что силу нового завета, что это новый завет? А им это мы видим, маза кох шель дам шель Иешуа. Понимаешь ли ты, что такое сила крови Иисуса? А им это натата и так смеха лелуим ки курбан хай. Предоставил ли ты себя Господу как живую жертву? Отдай Иешуа, кому акамоль бахаеха. Коем ли по? Иешуа, коем ли по? Иисус, мне здесь болит. А, кибальт рефуа, коль бы седа. Бог, все исцелился, все хорошо. Но ваня олехала. И все, я также продолжаю жизнь, как хочу. От кама амок, а там вин маза брита хадаша. Как глубоко ты понимаешь, в чем заключается смысл завета, нового завета, заключенного с Богом. От кама амок, а там вин маза дам шель брит. שאלוהים קרא ברית איתך עד דם. שטופוק, סטפוק, דבר, פרליץ צבאי וקרוב. עד שפיכת הדם. דום פרליץ יסוף סטפי קרוב. בשבילו זה היה רציני. איזה ניבוי זה סריות. הוא שפך את דמו. דום פרליץ צבאי וקרוב. מה אתה שופך בשבילו? עדי שטופ פרליבאז לניבו. האם אתה שופך את חייך? פרליבאז לשטופ. האם אתה שופך את זמניך? פרליבאז לי את הסבר בריאה את הגוספדה. האם אתה שופך את לבך לפניו? פרליבאז לי את הסבר סרטי את הגוספדה. או אתה חושב שאמונה זה סתם ביום שישי לבוא ו... לא יודע. אני חושב שאתה מיר את הכלל נפריטי ביום שישי פסיטית סברניה. בואו ניקח את הלחם. הסמל של בשרו הנשבר עבורנו.
באלוהים. תמצאו נחמה באלוהים. תמצאו נחמה בדברו. תמצאו נחמה ברוחו. תמצאו את אלוהים. תדרשו את צדק שלו. תדרשו את מלכותו. אני רוצה שזה לא יהיו סתם מילים בשבילם. כשאתה תגיע הביתה, אל תשכח, תדרוש את אלוהים. אל תפחד או אל תתבייש לעמוד על ברכיים לפניו. הוא לא פחד, הוא לא התבייש לעלות לצלב. ואתה יודע, בתנ"ך כתוב, מי שהיה על העץ, ארור הוא היה. ישוע לא פחד להיות ארור בשבילך. הוא לא התבייש להיות ארור. הוא קיבל את כל הבושה וחרפה בצלב, והוא לא פחד מזה, כי הוא היה גבר אמיתי, כי הוא היה בן אלוהים חי, והוא ידע את מטרו של אלוהים בשבילו. הוא לא בא בשביל סבבה, הוא לא בא בשביל להקים משפחה, הוא לא בא בשביל להקים קהילה. הדבר היחיד, כאילו הדבר הראשון והכי חשוב, משהו, בשביל מה הוא בא? לתת את עצמו על הצלב. אשתי הסתכלה עליי ואמרה, וואו, לא בא להקים קהילה? הוא כן בא להקים קהילה. אבל כשהוא עלה לשמיים, רוח הקודש המשיכה לעבוד עם קהילה. המטרה הראשונה שישוע היה פה, первой задачей Господа, когда Он был на земле, להפוך לסה אלוהים, было стать агнцем, לאבן הפינה, стать краеугольным камнем, ולשפוך את דמו, и пролить свою кровь. בואו ניקח את פרי הגפן כסמל של ברית עם ישוע. давайте возьмем виноградный плод как знак על זה שהתמלאת ברוח גבורה. רוח גבורה, אדון. ועברת את כל הסבל, עברת את כל הפיתויים, ואתה ניצחת את העולם הזה, ניצחת שטן, וניצחת את החטא, ועלית לשמיים כמנצח הגדול, בשביל לעזור לנו, בשביל להפגיע עבורנו, בשביל להפוך לכהן הגדול עבורנו. מודים לך ששפכת את רוח הקודש, שאתה ממשיך להדריך את הקהילה ולהושיע את האנשים. אנחנו מודים לך על זה. תודה לך, אדון. ואני מבקש שאתה תברך את כל אחד שפה, כל משפחה, כל בית, כל ילד, בשם ישוע המשיח. אמן.